Всем привет, с вами Артём. Наконец-то подборки jailbreak твиков по превращению AS7 и AS8 в AS6 пополнились отличным расширением под названием Classic Folders. Это дополнение позволяет перенести классические папки в последние версии AS с джейлбрейком. После установки этого твика папки при открытии больше не будут занимать весь экран, а будут логично разворачиваться на определенную высоту, которая будет соответствовать количеству иконок в папке. Кроме этого, расширение позволяет увеличить количество иконок, которые могут отображаться на одной странице папки. Теперь их может быть 12 штук. Располагаться они будут в 3 ряда по 4 иконки. Высота раскрываемой папки будет зависеть от того, сколько рядов иконок в ней находится. На мой взгляд, такой подход к организации иконок на рабочем столе гораздо удобнее и нагляднее, чем те папки, которые мы увидели в AS7. В параметрах Classic Folders вы сможете добавить затемнение при открытии папки, включить отображение рамки вокруг иконки папки, а также выбрать одну из 4 тем оформления. Помимо классической темы в стиле AS6, есть тема Modern, выполненная в современном стиле AS8. Еще одна оригинальная тема под названием AS4 Beta добавит специфическую подложку при открытии папки, а тема Mavericks добавит прозрачность при открытии директории. Почему-то при включении данной темы включается прозрачность и для обоев на рабочем столе. Скачать jailbreak расширение Classic Folders можно в стандартном репозитории Big Boss по цене 99 центов. Не забывайте делиться вашим мнением и лайками под видео, добавлять ролики в избранное, а также подписываться на канал. С вами был Артём, пока!